Second chapter, 58. I found to get the taste. The taste is the moment. Have to go like that. Yeah, 58. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Bhagavad Gita, chapter 2, text number 58-59. Читаем Бхагавад Гиту, главу вторую, текст 58-59. We'll chant 59 because it's a bit well known. Прочитаем 59-й, потому что он широко известен. Вишая винивартанте. Вишая винивартанте. Нирхарасья дехина. Нирхарасья дехина. Расаварджам расопьясья. Расаварджам расопьясья. Парам дриштва невартате. Парам дриштва невартате. Вишая винивартанте. Вишая винивартанте. Нирхарасья дехина. Нирхарасья дехина. Расаварджам расопьясья. Расаварджам расопьясья. Парам дриштва невартате. Парам дриштва невартате. Вишая винивартанте. Вишая винивартанте. Нирхарасья дехина. Нирхарасья дехина. Расаварджам расопьясья. Расаварджам расопьясья. Парам дриштва невартате. Парам дриштва невартате. Вишая винивартанте. Вишая винивартанте. Нирхарасья дехина. Нирхарасья дехина. Расаварджам расопьясья. Расаварджам расопьясья. Парам дриштва невартате. Парам дриштва невартате. Go ahead. 59? No. What meaning? Both. 59 no? or 50? No, just do the word meaning. What means here? Okay. Вишаях. Объекты, доставляющие чувственное наслаждение. Объекты, доставляющие чувственное наслаждение. Винивартанте. Винивартанте. Отвергаются. Отвергаются. Нирхарасья. Нирхарасья. Следующего запретом и ограничением. Дехина. Находящегося в теле. Расаварджам. Когда вкус утрачен. Расах. Наслаждение. Апи. Хотя. Асья. Его. Парам. То, что намного выше. Дриштва. Дриштва. Восприняв. Восприняв. Нивартате. Нивартате. Прик...
прекращается. Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа сохраняет вкус к ним. Но познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение, и утверждается в духовном сознании. Комментарий Шрилы Прабхупады. До тех пор, пока человек не достигнет духовного уровня, он не сможет полностью отказаться от чувственных удовольствий. Предписание шастр, ограничивающие эти удовольствия, можно сравнить с диетой, налагающей ограничения на употребление тех или иных продуктов. Однако нельзя сказать, что больному нравятся подобные ограничения или что у него пропадает вкус к запрещенным блюдам. Подобно этому людям, лишенным высшего знания, шастры предписывают ограничивать деятельность своих чувств с помощью духовной практики, такой как аштанга-йога, состоящая из ямы, ниямы, асан, пранаямы, пратьяхары, дхараны, дьяны и самадхи. Но тот, кто, развивая в себе осознание Кришны, познал красоту Верховного Господа, утрачивает всякий интерес к безжизненным материальным объектам. Таким образом, предписание шастр предназначено для не очень разумных людей, стоящих в начале духовного пути. Они нужны лишь до тех пор, пока человек не почувствует истинный вкус сознания Кришны. Тот, кто обрел сознание Кришны, естественным образом теряет вкус к пустым мирским удовольствиям. Омагьянатимарандасья гьянанджана шалакая чатсурунмилитальнена тасмай шри гурве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам йена бутале свайам рупа кадамайам дадати свападантикам Бандехам Шри Гуру Шри Ята Пада Камалам Шри Гурун Вайшнавамсча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагнатан Витам Там Саджевам Садвайтам Савадутам Парижана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакха Нитамшча Хе Кришна Карна Синдху Дина Бандху Джагатпате Гопеша Гопика Канта Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavanishvari Vrishabhanusate Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Патитанам паванебьо, вайшнавебьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхар, Шри Васади Гор Бхактавинда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Krishna is replying to a question Arjuna had asked him. Krishna отвечает на вопросы, которые ему задал Арджуна. Arjuna wanted to know how to recognize when a person is in transcendental consciousness. Арджуна хотел понять, как можно понять личность, которая находится на трансцендентном уровне. And he asked Krishna to tell him what are the symptoms of such a person. И Кришна объяснил ему признаки, симптомы такой личности. How does he speak and what is his language? Как он говорит, каков его язык? How does he sit and how does he walk? Как он сидит и как он действует? So tonight we're hearing about how such a person will sit. Вчера вот мы слушали о том, как
ответ на вопрос, как эта личность сидит. And we're talking about the internal symptoms, not the external. И мы говорили о внешних причинах, не о внутренних. Externally, you know, someone is sitting on the floor, and somebody is sitting cross-legged, and somebody is sitting on a chair, you know, but that's external. Внешние признаки таковы, что человек может сидеть, допустим, на полу, скрестив ноги, или может сидеть на стуле, на кресле. Это внешнее описание. Arjuna wants to know, how does a person act when he is not using his senses? А Арджуна хотел знать, как же все-таки эта личность действует, если она не использует свои чувства для чувственных наслаждений. So, in the previous verse, which we didn't read, but we could have read, the verse before the one we read tonight, Krishna explains, he gives the example about a tortoise. Tortoise. Yeah. Значит, о предыдущем стихе мы вот его не прочитали, 58. Кришна приводит пример с черепахой. Or just like in the sea, there's these turtles. В море там или в водоемах можно увидеть черепах. Oh, even in Radhakund they have turtles. Даже на Радхакунде можно их увидеть. Right? So these creatures, you know, they have a big shell on their back, and when they're swimming in the water, you know, their legs and their different limbs are out, and they use them to move. И вот это, так сказать, существо у нее большая вот эта вот, как это называется? Панцирь, да. И она вытягивает свои лапы и таким образом осуществляет перемещение. But when they're attacked, when they're threatened or when they're not moving, then the limbs are drawn within them and they just sit under the shell. Mm-hmm. И когда возникает какая-то угроза, опасность, нападение, то она втягивает свои, так сказать, конечности и оказывается под защитой этого панциря. So in the same way, the yogi, when he's not using his senses actively, then he has to withdraw the senses. И вот также йоги, они не используют свои чувства для каких-то наслаждений, они умеют управлять своими чувствами. When we expand, we open up our senses, and then when we want to, we can withdraw them, bring them inside. То есть они могут свои чувства и расправлять, и в то же время, когда есть необходимость, они могут втягивать свои чувства. But to help us to control the senses like this, there are many rules and regulations. Это помогает, помогают нам контролировать свои чувства разные правила и предписания. We know some people, when they come to Krishna consciousness, they say, "Oh, it's too difficult. There's so many rules." Мы знаем, что некоторые люди приходят к сознанию Кришны и говорят, вот так много правил и предписаний. You have to do this, you can't do that. Вы должны делать это, а этого не должны делать. Mm-hmm. You know, you have to chant Hare Krishna. Вы должны повторять Hare Krishna. You can't eat meat, fish and eggs. А не есть мясо, рыбу, яйца. And so sometimes people think too many rules, too difficult. И так люди могут думать, так много правил, так сложно все это выполнять. But Prabhupada explains that these rules and things are only there in the beginning. Шрила Прабхупада объясняет здесь, что эти правила, они, так сказать, трудны в начале. Because we come out of material life, we're conditioned to all kinds of sense gratification. Поскольку мы выползли из материальной жизни и постоянно занимали там чувства в чувственных наслаждениях. You know, we were not like Prabhupada. Prabhupada was born in a Vaishnava family. И наше положение не как у Прабхупады, он родился в семье вайшнавов. So his whole life he never tasted even tea. И всю жизнь он даже не пробовал чая. But we didn't have that kind of chance. We were not born in that situation. У нас не такая прям удачливая судьба, мы не родились в таких условиях жизни. We're born in places where people, everybody drinks alcohol and eats meat and all kinds of activities.
Мы родились в таком месте, где люди пьют алкоголь вокруг, кушают мясо, рыбу, яйца и так далее, все это. And sometimes if you don't do these things, then you're considered very strange or very unusual. А если ты не будешь все это пробовать, люди на тебя посмотрят и скажут, какой-то ты странный. I know in China there are some companies that if you want expect to work, if want to get a job in the company, you have to smoke, you have to drink, you have to eat meat. В Китае есть вот такие компании, допустим, если вы хотите поступить оттуда на работу, то они даже в этих тестах говорят, что ты должен есть мясо, ты должен пить водку и курить. And the people who can drink a lot and smoke a lot, they're very popular. You know, they get good position, they get promotion. И люди, которые достаточно хорошо там пьют и курят, они занимают хорошее положение, позицию. But that's all material life. That's only sinful activities which take people into a hellish condition in the next birth. Но это материальная жизнь, и это такие условия жизни, которые подталкивают человека в адские условия жизни. So when we come to Krishna consciousness, we're more thoughtful about the future, and we think more about. We don't just think only about now and being enjoying the senses now, but we think about the future and the next life also. Но чем больше мы погружаемся в сознание Кришны, тем больше мы задумываемся также и о будущем, как бы нашей жизни, не только о настоящем, а что с нами будет потом. Srila Prabhupada describes, he said he met one of his old school friends. He said when he was a young boy at school, he had a friendship with this one man. And then somehow he didn't meet him for a long time, but then he met him after a long time. Srila Prabhupada рассказывал про одного своего школьного друга, когда они учились в школе, то он дружил с ним, но он не видел его в течение долгого времени. So this old friend was saying to Prabhupada, he said, I'm going to cinema, come with me, I'll pay for you. But Prabhupada said, no, I can't go to cinema. И вот когда они встретились, то этот человек предложил Шиле Прабхупаде, пойдем в кино, я тебе билет даже оплачу. Но Шиле Прабхупада сказал, нет, я не пойду в кино. Prabhupada said, I won't go to cinema, even you pay me $1,000. Я говорю, не пойду в кино, даже если ты мне заплатишь $1,000. So Prabhupada had this kind of upbringing from his birth. И вот Шрила Прабхупада вот такую как бы непривязанность имел с самого рождения. Our birth is when we come to, our real birth is our when we come into Krishna consciousness. That's the second birth. И вот настоящая жизнь начинается, когда человек присоединяется к сознанию Кришны. Это как бы его второе рождение. We take our first birth from mother and father. They give birth to the body. Родители дают нам первое рождение, рождение тела. But the spiritual teacher, he gives us the second birth, and he awakens us to Krishna consciousness. Но духовный учитель дает нам второе рождение, духовное рождение, то есть, которое позволяет развивать сознание Кришны. And when we come into Krishna consciousness, then we learn the different principles, you know, different rules and regulations which we follow. И когда мы обращаемся к сознанию Кришны, то мы как раз узнаем о различных правилах, предписаниях, которым нужно следовать. Just like in yoga, people practice sometimes the eight Ashtanga yoga, the eight stages of yoga. Вот как, например, люди практикуют восьмиступенчатую аштанга йогу, там 8 ступенек. So it begins with what is called yama and niyama, means the rules, the things you should do and the things you shouldn't do. И вот начинается эта йога с ямы и ниямы, то есть правила и предписания, то, что нужно делать и чего не нужно делать. So there's rules and regulations, and that comes in the beginning, but as we go on practicing Krishna consciousness and chanting Hare Krishna, we lose our taste for these material activities. И вот с этими правилами мы сталкиваемся, скажем, в начале духовного пути, но когда мы возвышаемся в своем сознании Кришны, то мы получаем вкус
И у нас как бы естественно отпадает привязанность ко всем этим вещам. By chanting Hare Krishna quickly, the material activities appear, they have no attraction for us, and we're not interested anymore. И воспевая Hare Krishna, очень быстро приходит некое равнодушие к материальным вещам. One of my god brothers tells he tells a story. He's from California. And he used to be in a pop group, and he was, you know, in the band with a group, and he had, you know, a girlfriend, but he left everything to become a devotee. Я вот разговаривал с одним моим духовным братом, и он говорит, я жил в Калифорнии, и я ходил там в какие-то пабы, у нас там были подружки и так далее. Но когда я присоединился к движению сознания Кришны, то я быстро все это оставил. And so he moved in the temple and he shaved his head and put on dress, saffron, dhoti and everything and go out on Sankirtan and distribute books and join the Harinam Sankirtan. Он пришел в храм, побрился, одел шафрановые одежды, вот, направился, пошел распространять книги и, в общем, стал принимать участие в Харинам Санкиртане. So one day he was out there in the streets of Los Angeles and he met his old girlfriend. И вот как-то, когда он был на Санкиртане, в Beach City? Los Angeles. В Лос-Анджелесе он повстречал свою старую подругу. And you know, and she was, oh, what's this? What are you doing? И она спросила, что это такое? Ты что тут делаешь? Yeah, she said, why are you like this? You know, why... Ты что так нарядился? So he sold her a book. А он продавал книги. He was not in thinking, oh, it's my old girlfriend. He was thinking, no, she's a spirit soul. I have to try and give her Krishna consciousness. И он стал ей предлагать тоже книги. Он не думал, что, о, это моя какая-то старая подружка. Нет, он смотрел на нее с духовной точки зрения. Это душа, и ей нужно дать возможность узнать о сознании Кришны. So his relationship with that woman became spiritual by seeing her as a soul. He thought to help her to get free of material life. Таким образом, он стал относиться к ней такой с духовной позиции, и он думал о том, как можно ей помочь в ее жизни, дать ей какое-то сознание Кришны. But before becoming a devotee, he was just simply thinking, she's my girlfriend, you know, she'll satisfy my senses. Но до того, как он присоединился к движению, он думал, что, о, это моя подруга, как можно с ней поудовлетворять чувства. So it's a very different mood, the whole relationship changed. Такое разительное изменение произошло, это совершенно разные два настроения. So the rules and regulations are only there in the beginning, but when we, as we, and very quickly, we understand that this is how it should be, that it's not a question of, that it's not that, we just don't want to do these other things. Итак, вот эти правила и предписания, они некая такая вот, некая трудность в самом начале духовном пути, но когда мы развиваемся, то такого вопроса уже не стоит. You know, people invite you to a party, and you go to party, and they have meat and fish and eggs and all kinds of alcohol. You think, you know, it's not attractive anymore to a devotee. Приходите на какую-то там вечеринку, вас приглашают, и люди там кушают мясо, пьют алкоголь, но вы смотрите на это все с таким вот равнодушием. You see the animal flesh and the fish food, you know, it doesn't have any, one who is devotee in Krishna consciousness, he won't even think to touch it. И преданный, он даже не, он смотрит на, допустим, на мясо, на плоть и так далее, но он даже не думает о том, чтобы прикасаться к этому. Because that's not the food for a devotee. A devotee has his particular food. Поскольку это не пища для преданного, преданный вкушает определенную пищу. Of course, sometimes we're in these situations, your social life, you have to associate with family, sometimes the in-laws and so on, they're not devotees, and you're in these situations, sometimes it's difficult.
Конечно, нам приходится участвовать как-то в социуме, общаться с родственниками и так далее. И иногда трудно всего этого придерживаться. So Krishna is explaining that the devotee can restrain his senses. He won't take part, he won't engage the senses in these activities because he's got a higher taste. И вот Кришна объясняет, что преданный отказывается от этой чувственной деятельности, поскольку он обретает высший вкус. It's not difficult for a devotee to say no to alcohol or drugs or illicit sex. И преданному, у которого есть вот этот вкус, ему несложно сказать нет мясоедению, алкоголю или недозволенным отношениям. But he must have the higher taste. Поскольку он обладает высшим вкусом. Just like there's an example in the Srimad Bhagavatam of there's a verse in one of Prabhupada's purport. He tells about a great king named Yamunacharya. Шрила Прабхупада в Шримад Бхагаватам упоминает одно имя известного ачарьи, Ямуначарья. So Ямуначарья, he was a king with in a palace with a big kingdom. He had a big position and he had a lot of wealth. And so he had a lot of ladies around the palace, all there for his sense gratification. Он был царем, и у него был дворец, всякие возможности, богатство и так далее. Таким образом, он имел возможность к очень широким чувственным наслаждениям. But after some time, he became renounced. He gave up everything, and he became a very wonderful devotee, and he was living in a big temple. Но когда он пришел в сознание Кришны, то он... значит, отказался от всего этого и ушел в храм. So, living in the temple, he was engaged in serving the deity. There was a deity of Krishna there, and he was serving the deity and doing many engagements like this, and also reading the holy books, shastras. А в храме он занимался разнообразной деятельностью, поклонялся божествам, изучал священные писания, еще какие-то служения делал. But still sometimes his mind would remember the past. Но иногда в уме пролетали мысли из прошлого. Just like it's the nature of the mind to focus on. Sometimes we think about the future, sometimes we're thinking the present, sometimes we also think about the past and we remember things we did even when we were children. Это природа такая ума, иногда он думает о том, о будущем, иногда он о настоящем, иногда улетает в прошлое. So this devotee who had been the king and then gone to live in the temple, sometimes he would remember the past. And when he would think about the past, how he was engaged in so much sense gratification, then he would feel very bad about it. He didn't think it was nice. Rather, he thought it wasn't really pleasant. И вот, занимаясь служением в храме, иногда ему приходили мысли из прошлого, но он, вспоминая об этом, думал, что это не... Я так занимался много чувственным наслаждением, это не очень хорошо, и, ну, как говорится, там, сплёвываю в отвращение. One devotee asked Prabhupada, he said, Prabhupada, sometimes I remember in my mind, I remember all the things I used to do before I became a devotee. Один ученик обращался к Шриле Прабхупаде и говорил, что иногда я вспоминаю о тех вещах, которыми занимался до того, как я стал преданным. Meaning, before he became a devotee, he didn't follow any rules and regulations. He would break the principles regularly. Поскольку до этого он регулярно нарушал разные принципы. So he asked Prabhupada, he said, why is it sometimes Krishna allows his thoughts to come in my mind. Я спросил Прабхупаду, почему Кришна как бы позволяет этим мыслям снова и снова приходить в мою голову. Prabhupada told him, he said,
Krishna wants you to know that if you ever give up Krishna consciousness, you'll go back to that life again. И Шрила Прабхупада ответил, что Кришна хочет тебе напомнить, что если ты уйдешь из сознания Кришны, то вот то, с чем тебе придется снова столкнуться. So a devotee is very conscious. He doesn't want to ever give up Krishna consciousness. Итак, преданный развивает сознание, находится в сознании, он не хочет оставлять свое сознание Кришны. But we have to get the higher taste. Sometimes it's not so easy. Not everybody has got that kind of higher taste. Но мы хотим получить высший вкус, и, может быть, иногда не так легко это сделать. There was a great king called Rishabhdev, and he had 100 sons. В Бхагаватам описывается один царь Ришабхдев, у него было сотни сыновей. Rishabhdev was an incarnation of Krishna. Он был инкарнацией Кришны. So he was a powerful king, but then he was retiring at a certain point, and he was going to go into the forest because the Vedic system is from householder life, one should retire and take up vanaprast, where they go into live in the forest and do austerity. Но тем не менее, в какой-то период времени он оставил все это царство, поскольку в Ведах описывается, что после грехастхашрама, семейного уклада, человек должен принять ванапрастха ашрам и уйти в лес, совершать там аскезы. Do you have many people live in the forest here? Вы здесь вот много людей видели, которые в лесах живут? Yeah? Попадались? Hermits? Not so many. Not so many? No? Не так много. No, no. Есть чудаки, которые живут. Русские медведи живут. So, in the past, the Vedic life is like that. That after householder life, you live in householder life, then from the age of 50, they should go to live in the forest and do austerity. Ну, такая ведическая система. То есть ты живешь в семейном укладе до 50 лет, а потом уходишь в лес и совершаешь аскез. Нанда Тануджа. Да? What is your age? Over 50, we have to prepare. It means we're old. We have to get ready for the next life. Итак, нужно как бы готовиться, подготавливать себя к следующей жизни. It takes time. И это требует время. Because we become attached to so many things in this material world. Поскольку так много привязанностей в этом материальном мире. We become comfortable. We make a nice house for ourselves. Хотим комфорт себе создать, хороший дом для себя. And then we have children, and the children grow up, and you have grandchildren, and it means we get so attached. Потом появляются дети, у детей появляются внуки, и так привязанности увеличиваются. And we never want to leave, we want to stay there forever. И мы никогда не хотим покидать дом, хотим вечно в нем оставаться со своими родственниками. But the Vedic system is to recognize I have a material body, and this body will not live forever. Но Священные Писания говорят о том, что у нас есть материальное тело, и в этом теле мы не будем вечно же жить. So one would voluntarily accept detached life. Поэтому человек добровольно должен принять отрешенный уклад жизни. So this Rishabhdev, he'd been the king, and he had 100 sons. But when he got old, he decided it was time for him to go into the forest, and he'd go with his wife. His wife would go with him. И вот Ришабхадева, то есть когда наступило время, когда он уже там состарился, у него было сотни сыновей, но он понял, что вот время нужно уходить, и жена пошла вместе с ним. A wife is very chaste. He wants to follow the husband. Жена была очень благочестивая, она захотела последовать за своим мужем. So Rishabhdev was going to go to the forest. His wife was going to go with him. But before he went to the forest, he first of all gave instruction to his sons. Итак, он отправился в лес вместе с своей женой, но перед тем, как уйти, он дал наставление своим сыновьям. So he told his sons,
he told them, he said, don't waste your time just to enjoy life like the animals, like the pigs, which eat stool. Он сказал им, что не тратьте своего времени понапрасну, просто в чувственное наслаждение, поскольку такая жизнь доступна даже свиньям, которые поедают испражнения. Animals like a pig, they're also filling their belly, they're very happy, comfortable. Эти же свинюшки, они тоже наполняют свой желудок и такие чувствуют себя счастливыми и комфортными. Or the dogs also. Собаки тоже так. You know, they're also enjoying their whatever they do. Они радуются, наслаждаются тем, что они делают. But human life is not meant to live like these kind of creatures. Но человеческая жизнь не предназначена для вот такой жизни, как живут эти живые существа. That is a low-level pleasure. Это наслаждение очень низкого уровня. Just like if you go in the, when you go in the train, you know, you have the, you, there's a, the cheap, there's a third class, and then there's second class, and then there's four, there's different levels. Как, например, в поездах есть третий класс, второй класс, первый класс. Especially if you go to India, you see the train in India. Wow. Это можно особенно увидеть в Индии, там вот, right. Разительное различие. So there's one carriage on the train, unreserved, you know, anybody can go in there. У вас может быть как бы, ну, место не зарезервированное, вы можете, и, в общем, там кто угодно может сесть. It's packed, you know, it's like a cattle train. И вы, вас, ну, набиваетесь как на ферме, как селёдка. Да, all kinds of people and beggars and... Oh, very. И там люди разных мастей, и нищие, и все. So they're also traveling, but they're traveling third class and very poor. Они тоже путешествуют, но они путешествуют третьим классом, то есть классом для бедных. So the pigs and the dogs, they're also having pleasure, but it's very low class. И свиньи, и собаки тоже имеют наслаждение, но это наслаждение низкого уровня. So the king told his sons, "Don't be like these animals." И вот царь сказал своим сыновьям, не походите на вот таких вот животных. These animals, they will do eat anything, do anything. Животные, они делают все, что хотят, едят, что хотят. But he told his sons, if you do a little austerity to control the mind and senses, then you can experience real pleasure. Но если вы будете как бы контролировать свои умы и чувства, тогда вы почувствуете настоящее наслаждение. So we should think about what kind of pleasure do we want? Do we want that low pleasure like the pigs, or do we want the highest pleasure? Итак, какое же мы все-таки наслаждение хотим? Такое третьесортное, как у животных, или мы хотим получить высший вкус? Experience that higher pleasure. It comes about by controlling the mind and senses. И вот мы хотим испытать этот высший вкус, но это возможно сделать благодаря контролю своего ума и чувства. One of our devotees, you know, sometimes because we in England long ago, not nowadays, but long ago, when we would do Sankirtan, we would often get some trouble from the policemen. Вот пример одного преданного, который много уже лет назад распространял книги в Лондоне, и у него были какие-то проблемы, возникали проблемы с полицейскими. And sometimes you have to go to the police station, and you have to sit there in the police station. Иногда его забирали в полицию, и ему приходилось там сидеть. So it happened one devotee, I remember many years ago, this one devotee was in the police station, so we went to take prasadam for him. И вот один преданный вот рассказывал, что с ним тоже такое случилось. Он сидел в полиции, но он хотел дать им просад им. Because it had been a special day, we'd had a feast at the temple, and we had very nice prasadam. Поскольку в этот день был какой-то праздник, и в храме раздавали пир. So we thought, let's take a plate of prasadam to the devotees in the police station. И он
значит, раздал этот просад ну, полицейскому участке. And when the people in the police station, when they saw the prasadam, they said, "Oh, can I get some of this?" You know, they thought the food looked so nice. They all wanted to have prasadam. Делайте это прасадам. Он дистрибьютит это подпись. No. We bought the prasadam to the police station to give to the devotee. So the policeman saw the prasadam. Devotees come and give him. Yeah. Ага, и преданные пришли и принесли просад этому преданному, передали. И вот полицейские увидели все эти разные яства, и они сказали, о, ничего себе, как здорово, мы тоже хотим попробовать просад. Yeah, they saw, wow, this food, wow, looks so nice, everything looks so good. Поскольку все это выглядело так ароматно и аппетитно. And it didn't only look good, it really was good, very high, very tasty, very nice. Так, это не только выглядело хорошо, но и также было вкусно. Ordinary people, they appreciate that wow, prasadam is so wonderful. Итак, обычные люди могут оценить, что просад замечательный, вкусный. You don't get anything like that when you go to McDonald's or you go to one of these fast food shops. The food is, you know, just garbage. Не нужно ходить по всем этим Макдональдсам, KFC, все этим и так далее. Это не настоящая пища, мусор. So people appreciate that this prasadam is something very special. И вот люди хорошо оценивают, относятся к просаду и говорят, что это что-то особенное. One city in Russia, Omsk, we have a restaurant there, and one day, on a festival day, they announced that today the food is free at the restaurant. В Омске вот был какой-то праздник, и у них есть ресторанчик, и они решили в этот день бесплатно раздавать просад. So they got 700 people came for prasadam. Около 700 людей там пришло попробовать просад. Quite a lot of cooking. Да, пришлось много готовить в этот день. But in India, when we have Rath Yatra and we give out prasadam, you get 10,000 people come in one day. На Радха-Ятре в Индии приходится распространить по 10 тысяч порций просада за один день. And we feed everyone satisfied. Всех кормят налево-направо. Because people know, well, this is really prasadam, this is really good. И люди знают и понимают, что этот просад, это действительно стоящая вещь. So we get the higher taste. Not only prasadam, we get the higher taste. Kirtan, you know, there's rock concerts and, you know, these things, but we prefer a kirtan to some rock concert. И так, также мы получаем высший вкус через kirtan, а не через какую-то рок-музыку. When Russia first opened up, when it stopped being communist, the first thing, they had a big concert in a big stadium, and Govinda Maharaj was invited to come and do kirtan there. То есть, когда вот этот занавес в России открылся, то преданные организовали огромный фестиваль, вот Говинда Махарадж, другие махараджи участвовали в этом киртане. Everyone appreciated the nice kirtan. И все оценили замечательный киртан. So the kirtan is, people get a taste for kirtan. They don't. They, when we have kirtan mela in Mayapur, the kirtan begins in the morning after Bhagavatam class. They begin the kirtan and they go right up till midnight. Some nights, the whole day, kirtan is going on. Some people, they go in there, they never come out the whole day. They're just there the whole day. Итак, люди оценили киртан. Или вот, например, в Майпуре, когда проходит киртан мела, она начинается там с утра после Шримад Бхагаватам и проходит до вечера. И некоторые преданные сидят там целый день, не уходят. They have a taste for hearing the holy name. They forget about hunger and thirst. They're just there in the kirtan the whole day. Так, у них есть вкус, они забывают о пище и о воде, и вот целый день там сидят и поют. I just met another Russian man in Blagoveshchensk. I was in Blagoveshchensk before coming here. I met this one man.
He'd been reading Srimad Bhagavatam for 20 years. Я вот был до этого Благовещенский и разговаривал с одним преданным, который уже в течение 20 лет читает Шримад Бхагаватам. He lives alone, he lives a secluded life like a hermit, you know, living in some kind of forest place. He's got some little house, little cabin. Он живет один, то есть у него там есть дом, где вот он живет, и он читает Бхагаватам. He lives off what he grows, whatever he grows on the land. А он что-то выращивает там на земле. And every day he reads the Srimad Bhagavatam. И каждый день читает Шримад Бхагаватам. He's deeply attached to reading Srimad Bhagavatam. Он очень сильно привязан к чтению Шримад Бхагаватам. He has a taste. У него вкус есть. So there are many examples of devotees all over the world who have this taste. Есть много примеров преданных по всему миру, которые развили вкус. Just like in Omsk, they have the deities also, Radha Govinda, they have deities there, and they worship the deities very wonderfully. В Омске вот есть божества Радха Говинды, и они поклоняются этим божествам с большой преданностью. There are many rules and regulations to be followed in worshiping the deity. Там же очень много правил в поклонении божествам. But they don't mind. It's a pleasure for them. Но это их сильно не беспокоит. Наоборот, это доставляет им большое удовольствие. The more civilized people are, the more there is rules and regulations. Чем более цивилизованный человек, тем больше правил и предписаний. Uncivilized society, animal society, they can't follow rules and regulations. Вот нецивилизованное или животное общество, они не хотят следовать правилам и предписаниям. They can't control their senses. Они не могут контролировать свои чувства. So like a dog, you can't tell the dog, don't do it, don't pass stool here, don't pass urine here. The dog, you can't. It's very difficult to control their senses. Собаке, допустим, сложно контролировать свои чувства, можете сказать ей, что не мочись здесь, не ходи в туалет, ей сложно это сделать, она не послушается. But for human beings, controlling the mind and senses, this is the beginning of the yoga practice. Оно для человека, вот правила и предписания разные, связанные с контролем чувств и ума, это начало духовной жизни. We want to go on and learn how to come to this higher level of yoga practice, experiencing the higher taste. И мы не останавливаемся на этих правилах, мы хотим идти дальше и узнать, как мы можем развить этот высший вкус. So it's important to associate with devotees. И важно общаться с преданными. Just like people who are like crows, they will associate with other people like crows. Есть люди, которые подобны воронам, и им интересно и нравится общаться с другими воронами. The crow has a special type of food. They will eat any kind of food also, like a pig. Вороны, они как и свиньи, питаются всем, чем не попадя. If there's a dead rat in the street, I saw in Calcutta one day there was a dead rat in the street. And all the crows came, and they all had a feast on the dead rat. В Калькутте, допустим, можно видеть, если ворона видит мертвую крысу, то для нее это пир на сегодня. But the swan, they don't live like crows. Но лебеди, они не хотят жить как вороны. The swan lives in the clear water where there are lotus flowers. Лебеди живут в чистой воде среди лотосов. So there are people like crows, there are people like swans. Итак, есть люди, которые похожи на ворон, а есть те, которые похожи на лебедей. We want to cultivate the higher nature, the higher qualities. И вот лебеди хотят культивировать высокие качества, высший вкус. So if we practice Krishna consciousness seriously, then very quickly we can awaken this higher taste. И если мы практикуем сознание Кришны серьезным образом, то очень быстро мы проявим этот вкус. Lord Chaitanya gave the example to Sanatana Goswami. He told him about one hunter who was trapping animals. And
have, he would put them in, let them get entrapped so that they would die very slowly, very painfully. Господь Читания рассказывает, приводил Асанатан Госвами пример об одном охотнике. Этот охотник использовал такие ловушки, которые не позволяли умирать животным очень быстро. So Narada Muni came and he saw these animals and he felt great compassion on these animals and he thought, who is the cruel person who has done this? И вот Нарада Муни проходил мимо, увидел всех этих мучающихся животных, он подумал, что же это за такой жестокий человек, который мучает всех этих животных. At that time the hunter was about to kill a deer. And Narada Muni chased it, frightened the deer ran away, and the hunter was angry at Narada Muni. И в этот там момент охотник охотился там, целился на оленя, но из-за появления Нарада Муни олень убежал, и охотник остался голодным из-за Нарада Муни. Well, the hunter said, "Wow, you frightened the animal away, your fault. I was going to get that animal, I was going to kill it, it was your fault." И этот охотник стал говорить, что что такое, я хочу вот, убивать этих животных, я охотник, и мне нужно их есть. But Narada Muni told the hunter that yes, all the pain which you're giving to these animals, it will all come to you in the future. You will have to suffer. И Narada Muni сказал, да, вот все мучения, которые ты причиняешь этим животным, вернутся тебе в будущем. And Narada Muni, by his great yoga powers, he could show the hunter how in the future all the animals which he'd killed, they were all waiting for that hunter in the future, they would give pain to that hunter. И Narada Muni, благодаря своей мистической силе, показал этому охотнику, что вот все эти животные там уже стоят и ждут его, когда же он к ним придет для того, чтобы мучить его. И so the hunter said, well, what can I do? This is what my father taught me. My father was a hunter. I've learned all this from my father. И тогда этот охотник сказал, а что же мне делать? Я вот получил это знание, мастерство от своего отца. So Narada Muni said, not a problem. You come with me, I will show you what to do. And Narada Muni took him to a place and there was a tosi tree there. And he told him, you simply sit here and you chant. Нарада Муни ему сказал, да, не проблема, пойдем со мной, я тебе покажу, что надо делать. Он привел там какое-то его место, там было туласи, и сказал, садись здесь и повторяй Харе Кришна. So the hunter had faith. He took the instructions of Narada Muni seriously. He put down his bow and he sat there and he chanted the Mahamantra. И у этого охотника была вера, наставление Нарада Муни. Он остался в этом месте, стал повторять Харе Кришна Махамантру. Now some hunters, they're not able to chant the mantra. Но этот охотник, он, ему было сложно повторять мантру. There was one hunter, they told him to chant Rama, Rama. He said, I couldn't do it. И он сказал ему, Нарада Муни, повторяй имена Господа Рамы. Но он не мог этого. So then they told him, chant Mara, Mara. И тогда он решил его обхитрить, он ему сказал, повторяй Mara. Mara means death. Mara означает смерть. So he thought, oh, death, this is very, I can chant that he's chanting Mara. И охотник обрадовался, он сказал, что, о, это подойдет, мне нравится это имя, я буду повторять Mara. So he was chanting Mara, 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 and became Rama, Rama, Rama. И он стал повторять Mara, Mara, но в конце концов получилось Rama, Rama. So in this way. So this, anyway, this hunter, he sat and chanted. And he sat beside the tosi tree, chanted, and people in the village heard, well, this hunter has started to chant the holy name, he stopped killing animals. They all came to see him. И вот охотник остался вот в этом месте, возле туласи, стал повторять мантру, и люди из соседних деревень, они услышали, что вот этот ужасный охотник перестал убивать животных и теперь повторяет мантру. И они пришли посмотреть на него. And when they would come to see him, they would bring an apple, or they'd bring some fruit, or they'd bring some few grains of rice.
Они не пришли с пустыми руками, принесли какие-то фрукты, овощи, зерна и так далее. So in this way the hunter was living whatever the people gave him. И таким образом охотник жил на те подаяния, которые принесли ему эти люди. And then after some time, Narada Muni came back. And when he came back, then the hunter got up and went to see Narada Muni. И через некоторое время Нарада Муни вернулся, пришел туда, и вот охотник хотел тоже увидеть Нарада Муни. But on the path there were some insects, some small ants. So the hunter got down and he cleaned the path, he cleaned the insects off the path. He didn't want to even stand on them. И Нарада Муни, он наблюдал такую картину, что этот охотник на своем пути, если там муравьи переходили дорогу, то он отметал их в сторону и дальше мог идти. So Narada Muni, he was coming there with another friend, with another yogi, Angira Muni, and they saw this, they thought, whoa, look at this. Before he was a hunter, he was killing, now he won't even kill little insects. А и Нарада Муни там шел не один, он был еще с одним мудрецом, Ангира Муни, и Нарада ему сказал, вот смотри, до этого он был охотником, но сейчас он даже и мухи не обидит. Prabhupada says a devotee will hesitate to even kill a mosquito. Прабхупада говорит, что преданные избегают даже убивать комаров. And Srimad Bhagavatam says there's a hell which you go to for killing bedbugs. В Шримад Бхагаватам говорится о том, что есть даже такой ад за то, что человек убивает таких разных насекомых, клопов. So devotees very careful. They don't like to kill other living animals. Поэтому преданные должны быть очень внимательны и не убивать других живых существ. So this is how people change by practicing Krishna consciousness. Вот пример того, как человек меняется, когда начинает практиковать сознание Кришны. They get the taste easily. Получаем вкус быстро. Other processes very difficult. Другие процессы очень сложные. Any questions? Есть какие-то вопросы? Yeah. А если мы животным просадом подкармливаем, что его ждет? If you give animals просадом, distribute просадом, то animals what? What in the future? Yeah, we do. We distribute prasadam. We do like to give prasadam also to animals. Да, мы практикуем, то есть раздаем животным прасад. And the benefit is the animal will get a human form in the next life. He'll get an opportunity to take up devotional service. И польза состоит в том, что в следующей жизни они получают человеческое рождение и у них есть возможность заниматься духовной практикой. They can be greatly elevated from the animal kingdom to the human kingdom into the association of devotees. То есть они благодаря общению с преданными очень быстро возвышаются с животной формы жизни до человеческой формы жизни. In the Chaitanya Charitamrita, it tells about how Shivananda Sen, one of Lord Chaitanya's devotees, gave mercy to a dog. А в читании Чаритамриты приводится пример с Шивананда Сеном, одним из спутников Господа Чайтаньи, как он оказал милость одной собаке. The devotees were all walking to Jagannath Puri, and when they were walking along the road, a dog began to follow them. Когда преданные шли в Джаганатхапури из Бенгалии, то к их группе присоединился какой-то там щенок, собачка. So Shivananda Sen made arrangements that every day when the devotees take prasadam, they should give something to the dog. И Шивананда Сена каждый день организовал для преданных раздачу прасада, и он также подкармливал эту собаку. And even sometimes they would have to cross the river, they have to go on the boat and pay the man, and Shivananda Sen would pay extra for the dog to get on the boat. И когда нужно было переправляться через речку и платить за лодку, то он также заплатил дополнительные деньги за эту собаку. Well, it happened one day they forgot to give the dog prasadam. Так случилось, что в какой-то день он забыл покормить собаку. And when there was no prasadam for the dog,
Then the dog disappeared. No, they didn't see the dog anymore. They didn't know what happened to it. Where it gone? Потом собака исчезла, и они больше ее не видели на пути. So Shivananda Sen felt very sorry that nobody had given the dog prasadam. И Шивананда Сен очень сожалел о том, что никто не накормил собаку прасадом. But then when they got to Jagannath Puri, they found that the dog was there with Lord Chaitanya. Но когда они пришли в Джаганатхапури, они обнаружили, что эта собака находится рядом с Господом Чайтанья. And Lord Chaitanya was eating coconut, and he would take the meat out from the coconut and throw it to the dog to give the dog to eat. И Господь Чайтанья там кушал кокосовый орех, да, и он бросал эту мякоть этой собаке. And the dog was eating the prasadam from Lord Chaitanya and then also chanting Hare Krishna. И эта собака ела прасад вместе с Господом Читания и повторяла Харе Кришна. And the next moment the dog was liberated into a four-armed form. И в следующую минуту, мгновение, эта собака получила освобождение и обрела четырехрукую форму. So this is the power of giving prasadam to an animal. Таково могущество раздачи прасада животным. There were some devotees, they have even animals who were disciples. There was a great spiritual master, he initiated some animals. Есть примеры великих духовных учителей, которые даже инициировали животных. There was a big elephant called Gopal. Был такой большой слон, которого звали Гопал. Became his disciple, fell at his feet. Поскольку он получил посвящение. And regularly he would come to see his guru and offer obeisances. Каждый день он приходил выражать почтение своему гуру. Elephants are also vegetarian. Слоны также вегетарианцы. And they don't smoke or drink. Они не курят и не пьют. They don't gamble. И в азартные игры тоже не играют. Не колются еще. They can be good devotees. Они могут быть неплохими преданными. Any other questions? Есть еще какие-то вопросы? Сейчас уже спаивают животных. Туристы вот спаивают. И пиво там. Водки там наливают. Mm-hmm. Собака лакушка? Не, вообще туристы, ну туристы они вот приезжают куда-то там. Верблюдам, слонам, всех кое там. There are different examples with animals. Some tourists come to with animals and they give some alcohol and to smoke. If, yeah, sometimes we see pictures, monkeys smoking. Иногда можно видеть картинку такую, обезьяна курит. Chimpanzees, these kind of animals. Шимпанзе там идет, такие похожие животные. So that's bad association. Это результат плохого общения. We have to give them prasadam. Даже давать им прасад. We have to give them nice association. И давать им хорошее общение. We don't want, but we can, of course we try to give mercy to the humans first. Our first business is to give mercy to the humans. Конечно, мы пытаемся дать в первую очередь благо, милость людям. What to speak of animals, you can also deliver the trees. The trees are also living entities and they also need mercy. Что касается других живых существ, мы не только там животных, также есть деревья, например, они тоже нуждаются в милости. How are you going to give mercy to the trees? Как вы можете пролить милость на деревья? Мантру почитать. Чан, и положить просад цветы. Чант мантры и цветы. Yes, loud chanting, let them hear the holy name. Да, повторяйте святые имена, дайте им
The trees have low consciousness, but they have consciousness. They do have some consciousness. They can hear. You have to let them hear the holy name. Хотя деревья, там тоже живые существа, но с низким сознанием. Тем не менее, они могут слышать, и поэтому можно давать им святые имена. You can even go and read the scriptures. The Bhaktivinoda Thakur hired someone to read Srimad Bhagavatam. Можно читать им даже священное писание. Бхактивинода Такур читал Шримад Бхагаватам. There was an evil spirit in a tree, which was giving a lot of trouble to people. Там был такой случай, что какой-то дух жил в дереве и доставлял много беспокойств людям. So Bhaktivinoda Thakur hired a Brahmin to sit there and read the whole Srimad Bhagavatam. И Бхактивинода Такур попросил одного брамана сидеть возле этого дерева и читать Шримад Бхагаватам. He read for 1 month, and when he finished the Bhagavatam, then the tree fell down. The tree just fell out of its roots, and it fell, and the spirit went away, and nobody was troubled anymore. И он читал где-то в течение месяца, и по истечении месяца это дерево развалилось, и оттуда появилось такое живое существо, божественное, и больше он никого не беспокоил. So we can give mercy to the trees by nice sound vibration. Поэтому мы можем давать милость даже деревьям. And then also you can pour nice water, sanctified water, on their roots. Или можем поливать какую-то святую водичку на корни этого дерева. And if we take the fruits from the tree and offer to Krishna, then the tree benefits. А или если это дерево дает какие-то там плоды или цветы или листья, мы можем сорвать их, предложить Кришне, и эти деревья также получат благо. The trees which provide flowers and fruits, they are all benefited by making offerings to Krishna. Некоторые деревья, они предоставляют как раз цветы или фрукты, ну, плоды какие-то, и вот это можно тоже предложить Кришне. And we, the animals, we try to also give them, the like cows especially. The cow is a very important animal. They can provide milk for Krishna. Итак, мы оказываем помощь и поддержку животным, в частности, коровы. Коровы – такое особое живое существо, и мы можем предложить их молоко Кришне. So we do try to give mercy to all living entities. Итак, можете давать или пытаться давать милость всем живым существам. Haridas Thakur explains the loud chanting of the Hare Krishna mantra benefits all species of life. Haridas Thakur говорил, что громкое повторение святых имен Господа приносит благо всем живым существам, всем видам жизни. No, very, very nice, powerful spiritual activity, chanting the holy name. Так, это очень замечательная духовная могущественная деятельность повторения святых имен. Destroys all of our, can destroy all the bad karma. Может, воспевание может уничтожить всю плохую карму. So that's very important for us. Поэтому это очень важная вещь для нас. People hear the holy name, they also get the benefit of devotional service. Люди слышат святые имена, и они также получают благо преданного служения. They may not chant, but if they just hear the holy name, it's beneficial. Мы можем даже, ну, не петь, не повторять, но мы можем слушать святые имена, и это тоже приносит благо. Krishna consciousness is to create an auspicious condition for everyone. Сознание Кришны как бы создает или вырывает из неблагоприятных условий любое живое существо. We don't just care only about the people. We give mercy to all different species of life. Everyone benefits by Krishna consciousness. Поэтому можете беспокоиться или приносить благо не только людям, но и всем видам живых существ.
But especially we're interested in the human beings, because in the human form of life, they can understand what is this knowledge, what is matter, what is spirit. Ну, в человеческой форме жизни мы оказываем как бы особое внимание, потому что в такой форме живое существо может понять вот эту науку, понять, что он не является этим телом, а является душой. We can't give that kind of knowledge to the trees and to the animals. Мы не можем дать такой вид знания животным или деревьям. The human form of life is special. We want to take advantage of it. Поэтому человеческая форма жизни особенная, и мы хотим получить возможность этой жизни. Prahlad Maharaj said, we should begin from the age of 5 to understand this knowledge. Prahlad Maharaj говорит, что вот это знание вот стоит уже там с 5 лет где-то усваивать. But we have had a late start. We came later. Но мы обычно говорим, we came late. All of us, we came. We were not 5 years old when we became devotees. Но мы, как правило, не с 5 лет все стали преданными, а гораздо позже. So late start. Ну так или иначе мы начали. Have to become very serious. Должны просто становиться более серьезным. Harder for the. We say if you have the old dog to try to teach it anything, it's very difficult. If you have the old, a dog is old, and you want to train it, okay. Can't do it. А если, говорится, собака уже старая, то ее сложно научить новым трюкам. They said to Prabhupada, Swamiji, all of your followers are so young, they're all very young. But Prabhupada said, yes. He said, because young people, that's the age of education. We are giving people education. Шри Прабхупаде говорили, что ваши последователи, ученики, они такие юные, молодые. Прабхупада говорит, да, юность просто предназначена для обучения, для образования. We see it's so difficult to educate older people. Так трудно обучать старых, пожилых людей. А вот, допустим, когда уже подходит возраст, с возрастом уже интерес ко всему, скажем, исчезает. Ну и как бы это действуя так, что я принимаю вот эти вот наставления Шрилы Прабхупады, отказываясь от чувственных наслаждений, ну, скажем, и от грубых чувственных наслаждений, значит, через какое-то время из прошлого приходят какие-то картины, и там вот прям явно, не знаю кто, но дразнит вот этими наслаждениями, всякими фантазиями этими, да, то есть как к этому относиться, то есть выждать время и продолжать практику, что со временем это все сотрется, как бы, или как на это реагировать, ну, чтобы получить какой-то эффект, скажем. When we become older, naturally we can reject some sense enjoyment, but sometimes we have different picture come from our past life, and how can we react at this picture? We should tolerate, and after sometimes this picture move away. Well, the thoughts come in your mind from the past. We should come back to Krishna consciousness. Итак, вот эти вот мысли, которые нам приходят из прошлого, мы должны попытаться, ну, как бы перевести свое сознание на Кришну. То есть это наша работа. Wherever the mind wanders, because it's restless and unsteady, you have to bring it back. И когда ум немножко расслабляется, куда-то отклоняется или отвлекается, то нужно стараться возвращать его назад. The thoughts come in your mind about the past,
then you have to chant Hare Krishna, call out the holy name, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then you'll forget, you see. Ага. И вот если вдруг такая ситуация случается, то можете громко повторять Хари Кришна, и тогда вы легко то забудете. А вот еще вопрос. Мы там встречаемся вот по воскресеньям, там идет программа, да, скажем. Ну и желание какую-то тему раскрыть. Потом, с какого-то времени практикуешь, чтобы прекратить наслаждать чувством. А когда приходишь домой, слушаешь, как ты вот это вот разворачивал, то есть вот эта интонация, с каким голосом это все дома анализируешь, и прям лично я насладиться этим не хочу, да, то есть наслаждаться этим, да, то есть что приходит иногда какие-то реализации. Но чувствуется, что кто-то там внутри, я не знаю, кто это, вот, и хотел бы получить вот на этот ответ, что кто-то подталкивает тихонечко в ум, чтобы возбудить вот это вот желание прославиться. Вот эта грань, она где-то такая тонкая. Почему-то сразу этого не замечаю, только лишь дома, когда начинаю анализировать, вот как все происходило в этой картине. At the Sunday programs we have some realization, some taste at this program, but then you come back at the home. It looks like a two-person live in your heart, and second person inspire you to try to enjoy, use this experience, spiritual experience of this program. You should enjoy for your own sense, enjoyment, and you feel some proud that you have some realization. И что, там в конце вопрос? Грань найти. Where is the line? Because you taste some, you have some taste, but you can use this taste for your own sense enjoyment. Where is the line between use it for Krishna, but use it for your own sense enjoyment? Чтобы вот это вот желание прославиться полностью из ума вырвать сорняк. Subtle desire in your heart. Desire to be glorify himself and so on. Well, we have to, first of all, we want to control the mind and senses. Да, прежде всего мы хотим учимся контролировать ум и чувства. Now, a devotee understands he can only do it by the grace of Krishna, the spiritual teachers. Преданный старается думать, что он делает это для Кришны, для духовного учителя. So a devotee, his success is not his own doing, but it's by the mercy of Krishna. Если он добивается какого-то успеха, то он должен думать, что это не его собственные заслуги, а это милость Кришны. But yeah, a devotee can feel proud, he can feel glad that I'm able to follow Krishna's instructions. Мы также можем, в общем-то, и гордиться тем, что мы способны или можем следовать наставлениям Кришны. At the same time, we know that we can't follow them 100%, but we're trying, we're doing our best. Но в то же самое время мы должны понимать, что мы еще исследуем процессу полностью на 100%, мы в пути, и мы совершаем какой-то прогресс. If we could really follow them, then we would always remember Krishna at every moment. Если мы полностью
мы погрузимся в этот процесс, то мы будем всегда помнить и думать о Кришне. But we're not able to do that. Но мы еще пока не можем делать этого. We try to follow four principles. Мы просто пытаемся, допустим, следовать четырем принципам. But there's so many other things you're supposed to do. Есть так много еще других вещей, которые предстоит сделать. So we're making a beginning. Вот так еще в начале где-то. So a devotee feels proud that he can begin the process. Итак, преданный может немножко гордиться, но он еще он только начал этот путь. But he knows there's more. There's a long way to go still. И он понимает, что еще многое, что предстоит сделать, еще такой длинный путь впереди. So devotee feels himself also unqualified. И поэтому преданный чувствует себя неквалифицированным. But at the same time he feels fortunate that he somehow he got some mercy from Krishna. И в то же самое время он чувствует удачу, что он получил милость от Кришны. So we have to be humble, yeah. In our success, in our attempts to go forward, then we will become more humble. Итак, хорошо проявлять это смирение, даже если мы получаем какой-то вкус или какой-то прогресс происходит. Тем не менее, хорошо оставаться смиренным. Because we remember our past. Поскольку мы помним наше прошлое. So the devotee remembers how fallen he was. Before he came to Krishna consciousness. Насколько падшими мы были до того, как присоединились к сознанию Кришны. So it's not like he's proud when just because he starts to follow the principles. И в этом уже нету какой-то гордости. И в целом мы просто пытаемся следовать принципам. He's thinking if I was more fortunate, I would have followed earlier. Можем думать, что если мы будем удачливы, мы сможем двигаться дальше, то есть продвинуться еще. I should have become a devotee a long time ago. Вообще мне стоило бы стать преданным много лет назад. I wasted so much time not serving Krishna. Но я этого не сделал, я так много времени пустую потратил без Кришны. So that's not pride. И вот здесь уже, собственно говоря, уже нечем гордиться. That's the humility of a devotee. И это вот есть некое смирение, покорность преданному. Devotees cultivate the mood to offer respect to others. Преданные развивают вот это настроение оказывать, выражать почтение другим. They don't think themselves better than others. Они думают, что он лучше, чем другие. They think themselves fallen. Он чувствует себя в падшем положении. Lord Chaitanya came to deliver the fallen souls. А Господь Чайтанья пришел как раз освобождать падшие души. So we are fallen souls. А мы как раз такие вот падшие души. We're praying to Lord Chaitanya, please, I'm very fallen, please deliver me. И мы молимся Господу Читанию, я такой падший, пожалуйста, освободи меня. Is that being proud? И вот это вот как раз этим нечего гордиться. That's not being proud, that's humble. Это не гордость на самом деле, это смирение. And when a devotee said, I'm the most fallen, Prabhupada said, no, you're not. He said, you're not the most anything. Иногда преданные говорили Прабхупаде, я самый падший, Прабхупада говорил, да никакой ты не самый. Ты вообще никакой. So we have to be humble. Должны быть смиренными. Krishna makes us humble. И Кришна, дает. If Krishna sees a devotee proud, the Krishna will do things to make him humble. Если Кришна видит, что преданный начинает гордиться, то Кришна так что-нибудь устроит, организует, чтобы преданный стал снова смиренным.
Krishna doesn't like to see his devotees become proud. Krishna не любит, когда его преданные начинают гордиться. Okay. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanand.